Удивительный, сияющий, повергающий в абсолютный восторг. Именно так отзываются о новогоднем Сочи многочисленные туристы. Для того, чтобы настроение стало новогодним, достаточно одной прогулки по Новогинской. Наступающим Новым годом! Наверное, никто не будет спорить, что Сочи – один из самых экзотических уголков России, особенно перед Новым годом. Ведь когда в других городах украшают елки, в Сочи украшают пальмы. И смотрится это не только необычно, но и красиво. И это подмечают все вокруг. Больше всего нравятся пальмы. Нигде нету, у нас и есть. Наряженные пальмы вместо елок. Просто прекрасно. Хорошо то, что нас украшают не елки, а пальмы, и это очень хорошо смотрится. Как тебе Сочи перед Новым годом? Очень круто, тут много чего украсили. Сочи и пальмы. Мне нравится прям. Нравится, как все украшено. Вон, типа дождик идет, красиво. Но главная красавица праздника, конечно же, елка. Самое главное установлена на площади флага. Ее украшают большие белые шары, а на верхушке красуется символ Сочи – лотос. Возле елки размещаются фотозоны, воздушный шар высотой 10 метров, а также объемная световая надпись «Сочи-2023». В общей сложности на улице Новогинской более километра световых перетяжек и арок. Здесь же раскинулась новогодняя ярмарка с подарками и сладостями. Праздничная, даже чуть волшебная атмосфера уже витает в воздухе. Это отмечают как горожане, так и гости курорта. Мы из другого города, очень понравилось, красиво все светится, чисто. Сочи прекрасен, не вычурно, в меру, очень мы идем, восхищаемся, сравниваем. С чем мы сравниваем? С Пензой. Пензе, привет. Сочи украсили очень красиво, особенно мне нравится очень елка. И Новогинская, я тут фоткалась раз в 50. Как красиво, каждый год что-то новое. Потрясающий город Сочи, обожаю и обожаю Новый год в Сочи. А это то самое светящееся белье, ставшее настоящим трендом сочинского Нового года. О том, хорошо это или плохо, не спорил только ленивый. Видеоролик со световой иллюминацией в виде развешенного белья обошел десятки пабликов и даже появлялся на федеральных телеканалах. Что еще радует и забавляет прохожих в Сочи? Конечно, новогодние инсталляции, например, на площади рядом с художественным музеем. Там установили необычные конструкции, которые превращены перед Новым годом в целый светящийся город. Яркая и красочная иллюминация привлекает восхищенных туристов и горожан. Кроме этого, на курорте, куда на новогодние праздники прибудут около 200 тысяч гостей, украсили не только городское пространство, но и общественный транспорт. Вот такие яркие автобусы желаний уже стали традицией для Сочи. Традиционно в конце декабря и до старого Нового года по улицам курорта курсируют необычные рейсовые автобусы. Их отличительными особенностями являются яркие наклейки и светящиеся гирлянды. Жители и гости могут поехать на автобусе желаний по несколько маршрутам: 69-му, 87-му, 105-му Э и 560-му. Ассаль Тулигенова, Дмитрий Петрий. Время новостей.